Над нашим городом сгустились облака. Проблема пробок стала очень велика. Но этот круг, о, этот круг, спасибо, Господи, тебе за этот круг. Ну ладно, шутки в сторону, и мои музыкальные, конечно, вокальные данные немножко нехорошо вписываются в данную песню, да и песня плохо вписывается в мои вокальные данные. Ну да, 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 да. Ну что ж, ребята, сегодня мы играем в City Skyline, и сегодня у нас такая музыкальная минутка была, конечно, да, небольшая, надеюсь, вы меня не заплюете там в комментариях, но вот, я подобавлял новые кольца, которые с развязкой сверху, вот такая вот хитрость, то есть они выше, чем обычная трасса, и мне кажется, очень даже умно. Провел туда дорогу хорошую, и сюда, вот, видите, что-то ты опять в пробку, только с пробки вылез, опять в пробку, ну и отдыхай себе в пробке, раз такой умный. Ладно, ну что ж, оставим его в покое. И я вам покажу, что я сделал за время вашего отсутствия. Потому что делать все это в кадре было довольно глупо и неинтересно. Ну, правда, кривые, конечно, но хоть как-то. Дороги, автомагистральчики у нас вот здесь. Вот тут у нас еще один круг появился, который я сделал. Все-таки круг это вещь, ребята. Без круга тут такие пробки были. А сейчас круг появился, пробок нет. Четненько. Тут тоже еще один круг, правда, такой как круг. Даже ну, это скорее треугольник, что ли. Ну, даже не треугольник. Боже, не знаю, что за форма. Форма буквы D в обратную сторону. Или перевернутая буква D. Нет, даже если подрисовать сюда две таких ножки, то будет нормальная буква D. Ну ладно. Дальше тут у нас тоже небольшая пробка. Но вроде самое главное, что на дамбе почему-то, на удивление. Давайте, чтобы было более эпичненько. Поставим паузу. Возьмем этот минивенчик. Даже не минивенчик. Прицеп. Это не прицеп. Глупый. Что такое? Сейчас. Во. Все. Все, смотрим. Класс, ребята, вообще класс. Врум. Кстати, видите, тут еще один городок у меня появился. Ну, как не появился, он такой небольшой. Это просто как живут здесь работники. Работнички работают и живут. Ну что, смотрим, куда этот минивенчик поедет. У нас сегодня будет серия такая себе, знаете, просто ознакомительное путешествие. Плюс будем строить для туристов достопримечательности. Потому что я хочу развивать туристическую промышленность. Смотрите, какие у меня эти заезды, поезда, прям такие автомагистрали. Тут у нас уже скоро будет пробка. Вот тут у нас все еще все хорошо. Тут люди танцуют, поют, радуются жизни, глупцы. Тут на красный свет поехал, ублюдок. Ну и ладно, а может не красный свет. Какой тут цвет? Видимо, красный. Но я не вижу. Видимо, тут не отображается, или у меня просто маленькое плохое качество. Но это не столь важно. Так он едет. О, боже мой, он попал в автокатастрофу. Неважно. Так, тракторы. Куда ж ты едешь, киса? Здесь он на работу едет, или... Да, на работу он приехал. Ну что ж, этот у нас приехал на работу. Дальше, что у нас? Вот, смотрите, у нас тут получается небольшой промышленный райончик. Вот такие вот кружки. И вот тут кружочек такой очень милый. Мне очень нравится. Вот круг такой, знаете, такая... На вершине мира. Видно отсюда весь город. Ну что ж, дальше, что у нас еще есть? Вот тут небольшая дорога, которая никуда не уйдет, потому что я не смог там нормально ее завести. А дорога идет вот отсюда, заезжает сюда, и такие вот можно даже показать, попробовать. Он, наверное, не поедет сюда, он поедет сюда, да. Вот, тут заезжаете спокойно себе, как крутые парни. Тут уже первые домики, тут есть турбина, которая добавляет энергии. Тут у нас магазинчики, там вот это получается маленький фастфуд, супермаркет, что-то что и заправка. Ну, то есть основное, что должно быть в маленьком поселении. Правда, тоже немножко погнуто, но это уже, говорится, как боженька смог. Тут у нас такая вот дорожка, очень, кстати, прикольная, мне нравится. Вот такое все идет дальше вниз. Вот тут у нас небольшие домики, люди живут, тут работники живут, которые работают вот здесь. Тут у нас есть все, что нужно, есть парк, есть что у нас еще тут есть, где-то должна быть. Вот, это у нас крематорий, клиника. То есть клиника сразу возле крематория, чтобы далеко не возить. О боже мой! Вау! 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 Ребята, вот это круто!
Вот это круто, серьезно. Я такой дороги еще не видел. Давайте попробуем поменять ее, потому что мне не нравится такая дорога. Вот это другое дело. Да. Мило. Ну вот, тут у нас все, в принципе, такая вот себе завитушечка. Ну вот, это мы, вы увидели, ребята. Это чайка была? Чайка, 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 чайка. Звук переименовать. Чайка. Ха! Не ожидали. Смотрите, как я назову. Все. Ха! А ух ты, за ним можно следить, за ней? А давайте. По приколу. В дом врезалась. Ну офигеть, чайка. Ладно, отстанем от бедной чайки, не будем ее трогать. У нас поезда едут, все как нужно. Хотя за поездом следить можно. Естественно, можно. Какой-то он такой страшненький. Локомотив, конечно, у них плохой. Жалко, что нет модов на более красивые локомотивы. Вот у нас он едет на тот берег. Давайте сейчас заодно посмотрим тот берег. Так, тут корабли уже плавают. Все как надо. Посмотрите, сколько тут... Че ты? Я паузу нажал. Смотрите, сколько здесь мостов. Так, где там наш поезд? Поезд, поезд. Вот он здесь. Ну ладно, не будем мучить поезд. Вот он заезжает себе спокойненько. Как белый человек. И с него, получается, выезжают... Сейчас, грузовички повыезжают. Правильно? А, вот, смотрите. Сколько всего выехало. Вот, тут у нас все стандартненько. Такая вот дополнительная площадь для жилья. Ничего особо такого нового нету. Куча домов, какие-то люди... Метро где-то, сколько тут народу, конечно. Даже собака. Даже собака. Даже собака по дороге ходит. Ну ладно. Тут у нас такой небольшой частный сектор. Такой жирный такой, дорогой. Это, кстати, кажется, скачанный мод, насколько это скачанное здание. То есть его нормально нету. И вот скачанный дом. Прикольный, кстати. Мне нравится. Вот, и у нас здесь пожар, вот, да, ребятки, пожар. Где пожарная часть? Где-то далеко. Ну, кстати, здесь можно было бы что построить, но у нас это еще не наша территория, поэтому нельзя. Давайте уберем лишние вот эти сгоревшие здания. Не знаю почему, вот же пожарная часть, вот она. Что мне нравится. У нас тоже кольцо, но кольцо вы видели, я уже повторяюсь, это то же самое, что вы видели, зачем я вам это показываю. Так, что я достроил? Я достроил небольшой такой парк, основной, главный парк города. Ну, по крайней мере, этой части города. И тут у нас дома жилые, наверное. Тут у нас, ну, торговый район, то есть торговые центры. А тут у нас офисы. Офисы, конечно, все очень плохо с офисами. Ну, что ж поделаешь. Думаю, надеюсь, в этой серии можно построить еще парочку хороших офисов. Даже не офисов, а зданий. Поэтому давайте не будем мелочиться на деньги. Деньги это такое, оно приходит и уходит. А клоуны остаются навсегда. К чему это сейчас сказал, не помню. Сам не помню. Ой, все. Ой, все. Давайте все это зарисуем. Вот тут можно тоже немножко рисануть. Вот так вот. Все остальное можно делать такими вот центриками. Когда говорю центрик, сразу вспоминаю EVE Online. Кстати, хочу начать снимать EVE Online. Я ее, наверное, начну снимать, зависимо хотите вы это или нет. Я все равно буду снимать. Потому что EVE Online это вечное.
ним онлайн. Это наша жизнь. Ладно, шучу. Что я сейчас говорю, это... Не слушайте меня. Это нормально. Это просто... Простатит. Нет, шучу, это не простатит. Мне еще немного рановато для простатита. Так. Кстати, простатите. Я, так как я учусь на врача, я уже немножко об этом знаю. И зачастую простатит начинается у мужчин от 30 лет. Да, и с каждым годом все больно, ну, то все раньше и раньше. В плане, потому что, то есть, если раньше была норма в 35-40, то сейчас уже в 30 норма. Ребят, меньше сидите за компом. Вообще меньше сидите. Бегайте, двигайтесь. Да, двигайтесь. Так, чем-то я... Так. Строим. Боже, лекция по простатиту, ребят. Да, сука. Что я делаю? Где я свернул не туда? Ребят, простите. Вот этот вообще поворот мне не вообще не нравится. Вообще не нравится. Не Ice, baby. Slim Shady. Сеть плести, нет, не может он, ведь свин, он тут, о, страшный свин-паук. Кто не знает, это Симпсоны. Симпсоны у кино? А у вас, наверное, в кино было. Кстати, судари, прошу прощения, мне немножко нужно побомбить. Разрешите мне. Спасибо. Значит так. Мне в комментариях Space Engineers, не знаю, может и тот парень, который смотрит Space Engineers, это не смотрит, но все же должен высказаться. Я в серии по Space Engineers там немножко поприкалывался, типа сделал американский акцент, типа, мол, здравствуйте, сегодня с вами Вак, и что-то такое, ну, то есть, знаете, шутка, обычная шутка, но, боже, мужик какой-то такой попался, даже мужик, школьник, даже не школьник, ребенок попался очень агрессивный. Начал мне рассказывать, что, мол, я такой вообще, да хватит этой пиндосни. Во-первых, ребята, почему пиндосни? Вы же настолько все не... Ну, действительно, это как называется... как это называется? Это даже... Нетерпимость, вот. Нетерпимость к другим культурам. Ну, что вам это... Ну, ладно, американцы, что они вам сделали? Ну, понятно. То есть, это такое дело. Но он на этом не остановился. Про пиндосов он сказал. Ну ладно, ну про пиндосов я бы как-то стерпел. Ну ладно, фиг с ним. У человека свое мнение. Я не буду его перенастраивать. Но человек решил пойти дальше. Он мне такой говорит, мол, ну как говорит, мне написал. Что, мол, да я понимаю, что у вас там на Украине. Ладно, я, ну, потом расскажу. На Украине там пиндосня, но может хоть видео не будешь говорить. Я его, понятное дело, забанил, потому что это уже слишком. Серьезно. И, кстати, раз такая пошла жара, сейчас может кто-то не согласится со мной, но я буду банить всех, без исключения, всех на своем канале и в группе. Кстати, заходите в группу. Кто будет разжигать межнациональный конфликт. И тот, кто будет говорить на Украине. Вот так. Не спрашивайте. Просто не спрашивайте. Просто давайте этого не делать. Серьезно, это всем будет лучше. Я в этом уверен. И кто напишет в комментариях мне что-то про на Украине? Баню! Баню, ребята, баню. Я ничего не хочу никому доказывать. Просто, ребят, давайте каждый останется при своем мнении. Но давайте без этого. То серьезно, это канал развлекательный. Я не хочу ни с кем воевать, ни с кем ничего говорить. Просто давайте будем политкорректны. Будем добры друг к другу. Мы все-таки не чужие люди, ребят. Но я все равно знаю, что кто-то напишет, и я мне кого-то забаню. Ну, все-таки, знаете, я все равно предупредил, скажем так. Ну что ж, так, мы построили уже небольшой район, и тут я хочу построить жилой массивчик. Почему жилой? Потому что массивчик. Строим.
Так, чёрненько. Потому что у нас мало места для людишек. Людишки хотят жить, а им негде жить. Всякая боль, печаль, тоска. Безысходность. А, кстати, интересно, производит звук офисы? Нет, не производит. Это хорошо. Это, ребятоньки, боже, какой тут, какой шум. Шума больше всего здесь. И здесь. И здесь. Ну, вы видите, в принципе, я думаю, что вы не дальтоники. Хотя даже дальтоник увидит, потому что дальтоник это не видит один какой-то цвет. Хотя, может, бывает редко два, но это такое. И только мужчины бывают, если кому-то интересно вообще. Ну, на все это и так знали, зачем я это говорю. Просто мне кажется, что лучше хоть что-то говорить в видео, нежели просто молчать. Ну, вот так вот. Так, кстати, я купил еще один участок. Эй, киса, ну что за чертовщина? Что за черт возьми? Затравлен лавка. Тут бы метрошку поставить, знаете. Кстати, мы же уже можем ставить эти монументы. Давайте начнем, как и тогда, с космического лифта. Давайте поставим все, что можем поставить. Место уже занято. Какая жалость. Это мы сейчас переставим по-быренькому. Да хоть куда-то. Давайте сначала просто его поставим куда-то. Даже куда, даже поставить некуда. Черт, дэммит. Куда мне тебя втюхать? Пока что пусть стоит здесь. А мы сейчас сюда поставим кисоньку. Ты что, меня обманывал? Ах ты ж грязный. Ах ты ж грязный, нечистый ублюдок. Вуаля, кисунчитос! Вот она. Барш Халифа. Вот она. Красавица. Привет, красавица. На-н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 а. Да, ладно, не буду петь, и так уже я достаточно напел. Вуаля. У нас тут получается такой прям парад небоскребов. А тебя куда втюхать? Нема куда втюхать. Значит, ты там стоять уже не будешь. Ты будешь стоять все-таки здесь. И я найду тебе место. Найду, найду и отожму. От пола. Мои шутки, простите, ребят, Серега, простите за мои шутки. Я знаю, они очень-очень-очень толстые. Или настолько тонкие, что их не видно. Как вариант, кстати. Ага. Что это? Вот почему-то всегда срач какой-то. Все горит, все пыхтит, все ломается. Не понял. Странно. Ну ладно. Ну что ж, кстати, расскажу вам про мой новый тип развязок, который я делаю сам. Смотрите, мне вот нравится, сверху ставишь круг, и к нему уже развязки. И очень даже классно получается, как на меня, по крайней мере. И тут я подозреваю, нужно построить производственный район, потому что... Или давайте мы куда бы его построить. Вот, железная дорога. Железная дорога. Угу. К
Как бы так поставить, чтобы его можно было и недалеко ехать? Смотрите, сколько грузовиков сразу. Да, немало, немало. А давайте сделаем звездообразный. Что имею в виду под звездообразным? Сейчас вам покажу. Берем, спускаем. Так, пауза. Берем вот такую вот дорожку. Вот так вот. Да, я знаю, что он не в ту сторону. Можете мне не говорить это. Это меняется очень просто. Вот так вот. А тут делаем колечко. Колечко, колечко, эй, 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 колечко. А делаем вот такое вот квадратненькое. Нет, нужно все-таки. Ну, как, на глаз, конечно, делаем, потому что... Вот такое. Эх. Ну, кривое получилось. Да, чертиков. Вот так вот. И кольцо есть. Теперь, что мы делаем? Мы делаем трассы. Или не трассы. Кстати, я не знаю, трассы построить или дороги. Да нет, дороги лучше построить. Двухсторонние дорожки. Первая идет вот сюда. Я не понял. Ты прикалываешься? Что это вообще такое? Не понял. Вот так. И вот так. Мне кажется, хорошая идея. Между ними можно даже сделать вот такие вот односторонние. Не, оно не кругом идет, конечно. Это плохо, что не кругом. Но можно было бы делать. Вроде как. Вот так вот. Вот так вот. Ну и так далее. Мы поняли. Наверное, лучше не так сделать все-таки. Все-таки это плохой вариант. Потому что я понял, что тут очень сразу будет поворот, и тут будет пробки. Но нужно делать не так. Нужно делать от
Вот аж отсюда. У меня, кстати, много людей просили сделать круглый город, мол, типа с этим, с кругловатыми улицами. И вот, ребятки, то, что вы просили. А тут уже можно сделать как-то более красиво. Например, вот здесь сделать въезд вот такой вот. Как бы так сделать, чтобы... Въезд. Вот здесь. А выезд... Вот здесь. Угу, тут то же самое. Или лучше... Не, все правильно, не важно. Вот так вот. Вот так вот. Это можно было делать обычным, обычной дорогой. А тут уже можно делать вот так вот. То, что мы и собирались сделать в самом начале. Нет, как-то она не очень, совсем не очень. Надо что-то по-другому придумать. Это свастика получается. Ну, конечно, круг получился тоже не самый круглый. Но, по крайней мере, узнаваем. А это главное. Или можно сделать, знаете как? Давайте попробуем. Серьезно, мне кажется, идея неплохая.
Так. Вот мы это сделаем так. Нет, не так. Да, все, конечно, получается, я знаю, очень криво. Очень криво. Но, ребятка, зато, мне кажется, будет что-то оригинальненькое. Как бы это теперь все вернуть в дорогу? Дэммит! Ну лучше сюда или сюда можно сделать. Нет, тут будут пробки тогда здесь. Это я, конечно, не продумал немножко, но бывает, бывает. Сейчас мы что-то придумаем. Пока пауза. Ну, я, честно говоря, не смог придумать нормальной развязки, поэтому я думаю, что достаточно будет просто сделать это кругом. Круг тоже будет крайне полезен, как на меня. Как по мне. Вы спросите, зачем же нужен этот круг, черт возьми. А для того, чтобы машины могли нормально быстрее передвигаться отсюда сюда. И это будет немножко проще. Так что давайте просто сделаем вот здесь двухсторонними дорогами. То есть выход и туда, и туда. И уже намного все лучше становится. Светофора все так же нету. Это хорошо. Светофоры здесь, конечно, нифига не нужны. Поэтому было бы плохо, если бы не были. Но так как их нету, все нормально. И у нас уже здесь есть такая вот развязочка. Мне кажется, этого достаточно. Да, да, конечно. Намного лучше было бы, чтобы был выход сюда. Чтобы им не нужно было объезжать такой огромный поворот. Но, увы, по ходу вариантов у меня некуда его вести. Хотя можно, в принципе, можно вот сделать вот что-то по типу очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень хитрого выезда. Например, какой-то вот такой вот односторонний, чтобы... не было лишних... Главное обидно, что разворота нигде нету. Ну, то есть вы поняли. То есть проблема даже не в том, что я дурак, а то, что я неправильно начал. Ну да, ладно, я дурак. В этом и есть проблема. Куда же бы вас затюхать, чтобы ты мог выезжать, киса? А что если тебя поднять как в ад? Я имею в виду, смотрите. Поднять очень сильно.
Ничего, как вариант. Спуск сюда. Чтобы это спуск? А какого фига это спуск? Не понял. Туда и туда спуск? Это не должен быть спуском, это должен быть подъем. Ага, слабо, что я нашел эту проблему. Ведь это нифига не спуск, это подъем должен быть. То есть машины поднимаются, а все-таки спускаются. А у меня это не было ничто. Ну что ж, пока посмотрим, как оно будет работать. Не уверен, но все-таки надо попробовать. Ну что ж, это все можно заполнять. Ага, мы забыли самое главное, воду. А воду, конечно же, воду. Вроде такое банальное, но не так все просто. Кстати, можно попробовать сделать его точно так же. Паутинкой. А вот сюда, сюда, сюда. Я как по мне слишком много труб. И у нас целый участок такой большой, так что. Я думаю, это не странно. А что-то забыл смотреть за деньгами. Сколько у нас там денег? 4000 плюс. Ну, не знаю, не знаю. Давайте поднимем. До 12, так уж и быть. Будем ублюдками. Жадными. Так, теперь. Построим так все, чтобы... давайте огромный госпиталь сразу бахнем сюда куда-то. Сказал. Вот, бахнем госпиталь. И не бахнем. Вот сюда. С этой стороны, чтобы им было сразу легче отправляться. Вот так. Тут можно крематорий бахнуть. Пожарную часть можно бахнуть сразу же. Здесь, чтобы она могла подъезжать, куда ей там нужно. То есть она выезжает. Ее машина выезжает и сразу может выбрать дорогу. То есть на кольцо и уже ехать, куда им там нужно. И ментовский беспредел. Давайте добавим ментовку. Ментовку мы можем добавить... Вот сюда. Вот так вот. Электричества нет. Электричества нет. Плохо, плохо. Нужно провести электропитание. Так как его провести? Блин. Тот еще фокус. Ладно, вот сделаем все по стандартненькому типу. Давайте добавим сюда производство такой полосочкой. Еще нужно было центр начинать, но уже как есть. Лучше уж так. Ну что ж, смотрим, как путешествует наше электропитание. Уже совсем скоро. Давай. Чуть-чуть, киса. 25 тысяч в день. Воу-воу-воу. Жестко. Так, давайте-ка тогда добавим сюда еще где-то парк. Можно такой вот хороший парк. Вы спросите, зачем я добавляю? Потому что надо. Видите, им тоже хочется радости в жизни. Давайте добавим парк вот сюда.
И сюда можем. Ну и сюда один. Все, главное, что пожарная часть работает. Так. Ну что ж, уважаемые, думаю, на этом можно будет с вами заканчивать. Давайте. Я, честно говоря, не знаю, сколько времени. Много, мало. Но мне кажется, что уже пора. Ну что ж, с вами был Вакод. Спасибо, что смотрели, ребята. Будьте хорошими. Пишите только хорошие комментарии. И не будьте мудаками. Это я даже не для комментариев, это просто по жизни. Не будьте мудаками. Ну что ж, это с вами был Вакод. Спасибо, что смотрели. Удачи и адиос!